Всем не баг, не лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожжи, с вами Жек, и мы продолжаем играть в Ходячие мертвецы, история Мишон. Мы убегаем от погони. There's a shortcut to my house, but you're not gonna like it. Whoa. It's not as bad as it looks. I know the way up. Блин, тут можно подскользнуться и упасть нехило так. Looks pretty damn bad to me. Better than going the long way around. Но поверим девчонке. If we survive this, I won't complain about going up the rigging anymore. Craig and I climbed it one by one. Блин, они до сих пор за нами. И достаточно близко уже. I don't think we have time for that. Follow my lead. Следуй за мной. Some fucking shortcut. Блин, тут напороться можно на все что угодно. Скверно выглядит. Так, и тут у нас есть выбор. На это или на это. Ну, нормальный мужик всегда идет направо, да? Но так как мы играем за Мишон, пойдем налево. Ну, вы поняли. Наоборот, я имел в виду, и все равно... не важно. Мою логику не понять. Это какой-то судьбоносный был выбор. Воу! Нужно было пойти длинным путем. Нашел их. Блин, мы сейчас тут вообще как мишени. Быстрее, быстрее, быстрее. Если у нас получится забраться и как-то обрушить эту конструкцию до конца, то им тем придется пойти длинным путем. У нас будет в запасе время. Ну, это если в том случае у нас получится, да? Ну, пошли уже опять по этой стороне, раз пошли. А тут парень, блин, там снизу штырь такой торчит. Вот это вот опасно вообще. На штырь нифиг делать. Да нет, что ты делаешь, мужик? Да, у тебя заклинило оружие, конечно же. Калашников самый надежный автомат, но он заклинил, почему бы и нет. Что такое? Мишон, подтянись. Девчонка, ты спортивная. Я верю в тебя. Тихо-тихо, держись. Вот тут ее подстрелили. Ясно. Тут-то... Блин, мужик, тихо, мужик, не лезь, уходи отсюда. Эта штука обрушится. Блин, блин, а мы к ним в лапы. Бегите, глупцы. Мужик, мужик. Так, ну хорошо. Уже хорошо. Тут есть веревка, но ее надо как-то убрать. Ага, мы ее перевязали. Она так резко ослабла. А, веревочку никто не хочет убрать? Значит, по этой веревке могут забраться. По всей видимости, никто не хочет убрать. Ну, бывает. My house is up ahead. We're not far. Yeah.
Ну, здравствуй. I found Norma's place a while back, when it was just a couple of boats anchored to a pier. They had some supplies just sitting out, and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. And now Greg is dead. Don't beat yourself up, Sam. What'd you take from her? Canned food, antibiotics, whatever I could get my hands on. Don't find that stuff out where we live. No wonder she was mad. This last time, I thought we could just hide this stuff on the ferry. But Greg, he didn't think it was safe. I should have... Ну, он теряет силы потихоньку. У меня крови мало. Так, вы подхвати ее. А то она сейчас была бы камень ударилась. И за нами небольшая толпинка. Давай, давай. Вообще-то мужик должен был бы ее взять, а мешал бы с мачете лучше. Ну ладно. Чувака с коротким ножичком на защиту поставили. I don't want to black out on you. Stay with us, Sam. We're gonna get you home. Keep her focused. You sure your house is safe? I think so. It's kept us alive for the past... however long it's been. Какого-то времени. It's hard to find. That's our only real defense, though. We've been lucky. Right now, I'll take whatever we can get. Так. Ляп. Ну все, все, все. It's too dangerous out here. Напоминает лес, по которому бежала Клементина от собаки, помните? Во втором сезоне «Ходячих». You can't let yourself think like that. Just focus on getting home. I don't know. How am I supposed to tell my dad about Greg? It's gonna ruin him. Just give him the truth. He deserves to know what really happened. You don't know him like I do. After Mom, he isn't a fan of bad news. А кто любитель плохих новостей? Покажи тыкни пальцем. Человека мазохиста, который любит, когда ему что-то плохое рассказывают. Что выглядит скверно. Сэм! Сэм, wake up! Так, ну если мы тут останемся отбиваться, это может затянуться. Сзади. Капец, ну вот это она орудует. Серьезно, вообще, машина для убийств. Зомбо-машина. Давай. Хватаем и побежали. Хоп. Прямо армейская подготовка у нее. Ну серьезно, домохозяйка. Растяжка? Серьезно? Так а чё она этого не предупредила насчет растяжки? А, прикольно. Неплохие растяжки, слушай. Almost there, Sam. Almost home. Нас покрой потом найдут, блин. Хотя дождь, может, смоет, но я не уверен. Да ты что творишь, а? Ты видишь, что человека тащим? Whoa. We're not gonna hurt you. We just wanna help this girl.
Sam. Is she dead? Did you kill her? Answer me or I'll shoot. Так как бы мы нашли, дура, как бы мы нашли это место без нее? She won't be for long unless you let us in. I won't. Sam? Maybe you shot her. Or you? Впусти нас! I can't take that risk. So just put Sam down and leave. You better fucking move, or we're all dead. Если ты их не впустишь, девчонка точно умрет. 100%. Ну прям снайпер, прям такой момент. Надо было ждать до последнего момента, мать твою. Симпатичная ручка. У нее мало времени, надо помочь. Написано на дверях All Dead, типа все мертвы. Хороший способ подпугивать, да, лишних гостей. Типа все мертвы, уходите, что ты чудим. Сэм! Тут одни дети. Дети и женщины. Your sister's hurt. What's wrong with her? She's bleeding. Sam. Мы ее за... This is bad. Я думал, застрелили. I need you to find help. Okay? Okay. Dad. Блин, Клементина смогла сама себе зашить руку, и Мишон сможет. It's James. Okay, James. Чужому человеку. You got a first aid kit? Kind of. Get it. Вроде бы. Быстро, давай. Сейчас будем шить. Хе-хе, доктора поиграем. Скверная рана. Whatever we're gonna do, we gotta do it fast. Got it. Так, что это? А, ну, давай. Одно только. Я думал, мы сначала там порвем или разрежем. Сэм, I got you. I'm here. Just focus on this. I need to clean the wound. Сэм! Тут заражение могло пойти. Лучше я прозаражу. Ты терпи. Didn't punch through. We gotta get it out, right? Too much blood. Че, ты хочешь оставить ее там? У нас только... что это? Давай кровь уберем. Уберем кровь. Ты высосешь немножко крови, чтобы она не мешала. А я плоский возьму. А, ты держи ее. Давай. Ну, понеслась. Терпи, казак. Только, блин, вы бы ей рот чем-нибудь там палку дали в зубы, а то она так и зубы может сломать себе. Твою мать. Видно пулю. Ёкарный бабай. А что-то она не кричала вообще. Да ладно. Пикнула что-то. Пи. Она может... А, она может сознание потеряла от болевого шока. Нет, не потеряла. Еще жива. Деп. Надо прижечь. Ох, вот это больно. Not gonna lie. This is gonna really fucking hurt. Yep. Hold her down. You too. Тут у тебя будет красивая обожженная ранка. Наверное. Ну, терпи. Рот ей прикройте. No. Get away from her. John. What are you doing to my daughter? Saving her life. Допрашиваем. Are you insane? You want to do this instead? I... Да. James, let me. Держи ее. Все, она потеряла сознание. От болевого шока. Ну, прижгли хотя бы ранку.
ранку. Привязочка, обновка одежды. До свадьбы заживет. Tell me, what happened? Ну, все равно, видишь, нам придется рассказать. Я отнесла ее назад. That bullet was supposed to hit me. Got Sam instead. Then it should be you lying on this table. Ну, да. Look at me. I don't know who the hell you are, but... Dad! Dad? Where is Greg? Только поняли. Greg didn't make it. No. Они индейцы. Они стопудово индейцы. По бате видно. Эй, помолвай. It's okay, boys. It's okay. I'm here. Чё-то у Мишон с головой не в порядке, серьезно. Она везде видит отпечатки своей жизни прошлой. Своих детей, игрушки, видения. Ну что ж, ребят, а на этом моменте мы остановимся. Будет интереснее посмотреть, а что же там за дверью, да? Вам же огромнейшее спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик. Впервые на канале, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте и в группу в Стиме. Всем удачи, до скорого и пока!